сегодня стартуем вот с этой точки, где стоит автомобиль, стартуем с ручника. То есть сняли ручник, поехали. Первый конкурс — перевести стакан с водой, перевести на крышу автомобиля. Подъехали, поставили на крышу, аккуратненько тронулись, перевезли, поставили на сняли, поставили на второй стульчик. Если у вас стакан упал, расплескался, к вашему времени начисляется 5 штрафных секунд. Обязательным условием — это пристегнутый ремень безопасности. То есть сели в автомобиль, то есть мы за безопасность, правильно? Да. Все водители. Поэтому пристегнули ремень, сняли ручник. Если вы не пристегнули ремень, что? 5 секунд, все правильно. Если вы не сняли ручник или не поставили ручник, 5 секунд к вашему времени. То есть за все штрафуем. Такова жизнь, да? Некоторые могут смотреть, кто первый пойдет с Дмитрием Викторовичем решать билеты. Остальные, пожалуйста. Итак, пожалуйста, я вас провожу. Так, сейчас будем капельки считать на крыше. Не придется считать капельки. Ниже ручку опускаем. Во. Давались правила дорожного движения сегодня нашим участникам, но у нас 2 человека только сдали правила дорожного движения, которые допустили по одной ошибке, и разница во времени 2 доли секунды. Вот так. Керский Роман с одной ошибкой за 3:34 сдал. А Моисеёнок Юрий за 3:36 тоже с одной ошибкой. Под гром аплодисментов человеку, который пришел в качестве зрителя и удалось ему выиграть наше автошоу, всех порвал. Грамота за первое место — Моисеёнок Юрий. А это в машину для того, чтобы было тепло. Аплодисменты. Спасибо всем большое за участие, но попрошу вас не расходиться для того, чтобы сделать красивое фото. Я сюда пришел в качестве зрителя, знал, прочитал в газете, что сегодня будет автошоу это. Решил просто прийти посмотреть. Ну да, была такая надежда, что получится поучаствовать. Здесь как раз мне повезло, не хватало одного участника. И решил поучаствовать. Тем более мне немножко повезло, так как я недавно сдал только на права. У меня стаж всего лишь 2 месяца. Поэтому память еще свежая, ПДД сдал без проблем, ну и вождение тоже.